Доброе утро из частного острова на Багамах, называется Ocean Cay. Сегодня прохладно, вот утро прохладное ощущается, но вроде ветра нет. Мы проспали, мы прям спали, не увидели ни по припарковке, ничего. Но зато мы вот вышел, вот прям наш балкон. Вот это и весь остров, смотрите, какая красота. Боже, какая красота. Маяк. Пляжи. Раз, и пошел вокруг. Остров маленький. Я думала даже, что он побольше. Сейчас мы проснемся, позавтракаем и пойдем. У нас тут много времени на острове, целый день до вечера. Ну что, мы пришли на завтрак. Здесь галдеж. Смотрите, какие маленькие островки. Раз, дальше. Здесь мы завтракаем. Ну что, повеселело здесь, повеселело. На этом пляже, правда, волны. Нужно искать какой-нибудь без волн. Вода какая красивая. Смотри, какая прозрачная вода, Жора. Какая красота. Да, там волны, значит, нужно идти искать какое-то другое. Но зато как красиво тут. Все, мы уже позавтракали, сейчас быстро собираемся и бежим. Бежим. Музыка играет, бары, танцы. У нас балконы. Видите, что сделали с балконами? Соединили все балконы. Сейчас будут тут какие-то ремонтные работы проводить. Так что мы быстренько уходим. Закрываем балкон на замок. И все. На пляж. Да, правильно. Вот, смотрите, танцуют. Заметно танцоров побить. Ой, и то это лучше. Тепло вообще-то. Ну, потеплело, да. А что люди стоят? А, это же вот уже. Мы пешком идем, или можно все? Да вот они, отсюда отчаливают. Да нет, пошли разведаем. Да. Транспорт. Бесплатные курсируют. И не залезем. Ну, пошли залезем. Вот еще один, и мы залезем. Да. Покатаемся. Смотрите, все такие яркие домики опять. Это чисто остров, который застроили. Застроила компания MSC. Окруженный водой. Да. Вот эта монотонная островная музыка везде, на каждом острове играет. Так, мы ищем пляж без волн. Сегодня, видно, какой-то такой штормик был. Магазин. Это павильон с экскурсиями. Симпатично. И, кстати, не холодно. Ну, ветер есть, но солнышко пригревает. И сейчас только... Сколько? 9:30 сейчас? 10? Да. 10 утра, еще потеплеет. Главное, чтобы не налетели облака какие-нибудь с ураганом.
А, видишь, тут можно на яхту сесть, куда-то поехать, да? Смотри, как монументально сделали. Прям набережная, да? День. Прям эти заборы, вот это все. Красиво. Может, они тоже там один остаются? Кто? Причалы ведут в номера. Ну вот в этих номерах живут сотрудники острова. Ну жирные. Смотри, душ и туалет. Сюда водой же. И их, по-моему, 100 с чем-то человек живет. На острове. Нептун и русалка. Люди уже у баров присели. Достаешь людям обидно, извини, пэкэдж, то все. Да. Последний день я еще не напил на 400 долларов. Да, у меня печенка еще целая. Не, ну в пэкэджу хорошо, что минералка, вот это вот все тоже. Такие хорошенькие. С балконами. Не потом видео не пропустят. Я никто не узнает о том. Думаешь, не узнаю? А вдруг узнаю? Есть же еще испаноязычный YouTube всякие. А вон карта. Ну только прелесть какая-то жить в таком доме. А? Продолжаем идти по дорожке, и выходим на вот... South Beach? Да. А где мы? Написано, где мы? А, да. Это, наверное, они на какой-то идут там день. Наверное, по контракту, да? Они живут там сколько-то месяцев здесь. Или год, или что-то такое. Ну, а как они тут живут? Все время, что ли? Да, месяц. Работать. Они же не местные жители. Ты хочешь от меня избавиться, наймись работать? Я хочу, чтобы ты деньги зарабатывала. И жила здесь, да? Выгодно. Став Эри. Видишь, Став Эри. Вот он тут Став живет. Тебе заработать эти условия? Да, я же не хочу работать. Я хочу отдыхать. На пляже. Но еще какие-то ведутся работы здесь. Строительные. Представляешь, что ты... Уезжали. Ага, прикинь, весь остров их. Ну, охрана есть, если ты видишь. Ну, тоже тут работают и живут. Ну, вот зато когда ураган, представляешь? На таком маленьком острове. Тут костры голые бегают, там эти молодые были. Крю Эри. Вот так они тут живут. Прелесть. Все, это целая Эри. Вот Став Эри, все, туда не ходить. Вот так вот здесь. Здесь красиво, но действительно ветерок прохладный. И солнце то выходит, то заходит. Воду мы еще не трогали, сейчас пойдем попробуем. Вода, конечно, шикарного цвета. Что уж говорить. Здесь все равно целый день. Мы взяли зонтик. Зонтик тут платный на прокат за 19 долларов. Но хоть лежанки эти бесплатно. Так что пошли, может, водичку подогнать? Мусорки нашел. Не, она сверху лежала. А нам надо. Да, в мусорке покопался. Жорка, пошли ногами воду потрогаем хотя бы. Идем.
нравится вот эта штука. Такой зонтик еще какой-то первобытный. Нормально. Все. В узел завязывай. Уже лучше, чем эта палочка. Идем ногами потрогаем воду. Люди купаются, плавают. Я думаю, если уже залезть в воду и плавать, то нормально. Цвет шикарный. Может, распогодится хоть чуть-чуть. Что же это такое? Столько надежд было именно на этот остров. Целый день провести в воде и на пляже. Ну, куда ж вода доходила? Куда шторм, что ли, был? Здесь дождик брызгает, между прочим. Ну нет, вода прохладная, но если в ней привыкнуть, то хорошо. Да. Такая бухта здесь. Вообще остров, конечно, классный. Сейчас вот жаркую если погоду. Но мы дождемся, я думаю. Вода прохладная, но если привыкнуть, хорошая, я думаю. И чистая какая-то. Да, как. Зараза. Вот выходить будет, наверное, холодно. Смотрите, какая шикарная бухта. Тучи, облака, но солнце выходит, сразу жарко. Вода шикарная, температура хорошая. Короче говоря, мы проплыли эту бухту до того берега и вернулись, поныряли с платформ. Теперь хотим пойти на ужин. На ужин, на обед. Но там очередь. Сейчас мы будем, наверное, то ли в очереди стоять, то ли психанем. Люди тарелки тащат прямо на пляж. Но я бы не тащила. Нам прямо и холод, и не гроза, а облака. Смотрите, какая красивая вода. Есть. Я уже с Деней не разговариваю, это было не Деня. Что-то еще делают, что-то будет еще тут. Вот так. Это оказывается остров насыпной. С таким белым-белым песком. Раньше здесь просто добывали песок. Вот и очередь. Ну, кажется, все терпимое. Люди бургеры набирают. А, это две. Мы вернулись, у нас заставили зонт скрутить. Потому что... А там стоят, видишь? А тех не заставляют. Потому что идет сильный ветер. И вроде бы, как он сказал, не до конца дня, как бы он пройдет, и дальше можно будет раскрыть зонт. Но
мы собираемся здесь пробыть еще как минимум часа три. Хотелось бы. Людей уже поменьше стало. Сейчас вода самая красота вообще. Мне надо намазать, у меня вот уже горит нога, я чувствую. А без зонтов так вообще самая жара сейчас. Смотрите, на нас идет ураган с воронкой. Крутится. Жор, он крутится, если ты на него посмотришь, видишь, он вращается. А? Да, все уходят. Ой, а я вот это не спрятала. Это можно накрыться полотенцем. Водичку. Ой, сейчас все уходят. Гляньте, какая воронка. Но она к земле не идет, она в небе, видишь? Такого мы еще не видели с близкого расстояния, да? Прошло 3 минуты. На платформу уходит. Светит солнце. Но начался сильный ветер, и он вроде бы как так и будет до вечера. Это у меня капля, да, на камере сейчас. Вот все хорошо, но ветер. Ну мы вернемся, пошли вернемся, что делать? Ну да. Если туча ушла. Если туча ушла, пляж пустой теперь. Дети некоторые вообще не заходили из воды, не выходили. Он пошел нырять, спасатели так и сидят на своих. Подожди, спасатели куда-то пошли. Что-то он с пакетом пошел куда-то. Людей вроде не загоняют все равно. Ну да. Такая обстановочка у нас. Я не хочу отсюда уходить. Посмотрите. Мы только один раз покупались. Ну вот непонятно, если они уже людей выгоняют. Как-то они стоят у воды. Люди купаются. Ну в ветер купаться холодно. Посидим пока чуть-чуть, а потом посмотрим. Все, всех уже выгнали. Из воды, хотя сейчас только распогодилось. Я хочу рыбок, может, показать, если меня сейчас не начнут гонять. Смотрите, какая тут красота, прозрачнющая вода. Дети, только что все возле нас. А, вот они. Вот их сколько. Если видно. Маленьких-маленьких. И такие же поплывают побольше. Вода просто. Вот-вот. Он и маленький, побольше. Кстати говоря, микрофонами не пользовалась ни разу здесь. Все равно неудобно их с собой таскать. Нужно научиться. Вернее, приучиться ими пользоваться. Вот они постоянно плывут. Постоянно. Просто этот поток не останавливается рыбок. Не останавливается. С этим раз, и все.
пройтись немножко по тропинке. Стороне. Ого! Ну что, повернем, да? Да. Да, или дальше? Да, сюда. Пляж хороший, да? Да, открыто все. Лайфгардов-то нету. Цвет воды. К сожалению.
встречать нас будет. Смотри, а будет еж до корабля почти идут. Это все пляж. Лайт-шоу на закате на маяке. Смотрите, какая красота тут. Закат даже красивее. Еще не совсем темно, поэтому лайт-шоу плохо видно. Последний наш день. Мы в столовой заказали. День я заказал осьминога. Я его ищу. Сейчас, где? Вот это? Нет. Не, ну вот это же он порезанный. Вот эти кусочки. Я думал, тут будет уже щупальца извиваться. Ну вот щупальца тебе. У меня грибочки фаршированные. У Жорика спринг роллы. Ну как? Вкусно? Соус вкусный, да? Да, сегодня какая-то непонятная еда. У нас Жорик чикен заказал, курицу, я рыбу, Деня ягненка на кости. Да, попробуем. Манная каша. Манная Нет, каша. Ты что-то заказывал с ягодами какими-то. Вкусно. Как в садике, да. У нас Жорик до чоколад-кейк. Когда манная каша уже застывает, вот это, да, твоя любимая как раз. Песня этого круиза на рояле.